important for them to be here? Почему для вас лично важно здесь быть? Потому что любой обезвреженный взрывоопасный предмет – это спасенная человеческая жизнь. Human life saved. Mm-hmm. That is why it is important. Okay. And how long are you going to be in this area demining everything? Пока не очистим все взрывоопасные предметы, вы же видите, здесь близко гражданская инфраструктура, жилые дома. И наша основная задача, чтобы никто из мирных жителей не пострадал. Здесь присутствует большое количество установленных противопехотных, противотанковых минных полей. Большое количество не разорвавшихся артиллерийских реактивных боеприпасов. И основная наша задача как можно быстрее очистить, и чтобы люди приступили к своей нормальной мирной жизни. Thank you. You guys are doing a fantastic job. Себя. You guys are real men. Спасибо. The bomb guys are real men. Мы стараемся, самое главное, чтобы мир пришел на эту землю, а мы приложим все усилия, чтобы качественно выполнить свою работу. Cool. Всего доброго. Всего доброго. Берегите себя. Hey. So sad. Three little babies. Aww. Poor girls, boys. Yeah, man. Hey. So what do we got going on? I mean, they say anything? Yeah. So this is a building that was bombed, obviously hit with some heavy artillery, and it killed a lot of people inside of here. And now these gentlemen from Russian MCS, in partnership with people from Lugansk, they are working very hard to clear this so that they are able people they're gonna clear this rubble, and they're gonna start rebuilding. And boy, they've got a lot to rebuild. Holy cow! So Severodonetsk, I think, is every bit as bad as Mariupol, and probably even worse because the area is spread out over a much greater distance. Приехали. Вы в здании, кто тоже будет? Ну, сейчас еще пару минут.
Что? А, нет. Это что останется от человека? Вот это вестибюль, что осталось. Нет, не работает. This is mostly Russia, by the way. You can see all the plates on these trucks. They all say MCS Russia. So for instance, MCS Russia, see? MCS Russia. MCS Russia. Russia is doing a lot of work in here, helping the government of Lugansk rebuild and get their people back to normal. Titulno, vesi titulno, stoka raznih procesa ведёт. То есть зачистка, восстановление. Да, силами МЧС России происходит параллельным способом, скажем, восстанавливают в первую очередь линии электропередач, газопровод, водонапорные башни, водопровод. Соответственно, проводят разборка завалов, поднимают тела погибших, которые находятся под завалами. Все эти вещи, мероприятия проходят слаженным коллективом сводных отрядов. Наша основная, еще раз говорю, основная задача, чтобы к холодам был свет, была вода, был газ, и люди возвращались к себе домой и знали, что о них в первую очередь заботятся, они знают, что их ждут, и они понимают, что будет тепло, вода, и они могут спокойно жить и продолжать восстанавливать свою мирную жизнь. Спасибо. Чтобы даже видели удивительные вещи для меня, ну, допустим, баня. Да, у нас есть походные так называемые пункты помывки людей. Люди обращаются, сначала женщины, потом мужчины. Есть возможность получить горячую воду, помыться, привести себя в порядок и... Сами понимаете, чистота – залог здоровья. Спасибо большое. И тоже немаловажно, это тоже внимание. Люди ощущают это от вас. Внимание – забота. Ну а что, так и должно быть. Мы помогаем людям, люди верят в нас. И мы сделаем свою работу очень хорошо. Если каждый будет делать на своем месте работу очень хорошо, будет мир, порядок. И, как говорится, все, все самое хорошее, что от нас ждут. Согласитесь. Can you translate a question for me real quick? Of course. I saw all this new equipment, new dump trucks, new tractors. It all looks brand new. And it's it says MCS Russia. Is Russia investing in all this new equipment just to clean up these towns? Brazil is talking about новое оборудование и заинтересует это все снабжение для именно Донбасс, потому что оказывается все как бы новое оборудование. Вы имеете оборудование, с которым мы работаем? Да, да. Нет, это все наше штатное вооружение. Мы применяем при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, землетрясений. Это наше штатное вооружение, которое мы применяем для проведения аварийно-спасательных работ, для восстановления жилого фонда, инфраструктуры, энергетики, газа. Там, ну, это наша стандартная работа. Здесь нет такого деления, что это для Донбасса что-то новое. Нет, это наше постоянное имущество, вооружение для того, чтобы делать свою работу. But people are... So it's all the existing equipment that they already have. Здесь нет никакой показухи. But Russia is taking a huge role
In, it appears they were taking a huge role in cleaning up all these cities. Интересно, вы работаете параллельно, получается, ну, русские МЧС или НСКИ МЧС? Да, мы, конечно, работаем во взаимодействии с МЧС Луганской Народной Республики. Мы, МЧС России, полностью им помогаем. Скажем, все вот эти вопросы, они закрываются, и мы взаимодействуем. Что-то есть у нас, что-то есть у них. Если какие-то вопросы у нас не получаются, мы организованные все эти проблемные вопросы решаем и делаем основную нашу задачу. Это восстановление инфраструктуры городов Луганской Народной Республики. А мне это интересно, мой камера, на взаимодействие между ЛНС и МЧС. Конечно, это важно. Мы не только вот то, что это МЧС, это и МЧС ЛНР, МЧС России при полном, скажем, согласованности своих действий вместе выполняют задачу, связанную с восстановлением инфраструктуры городов разрушенных, которые вошли в состав Луганской Народной Республики. Спасибо большое, Алексей. Mm-hmm. Отлично. So, this is a former Ukrainian bunker. We are going to blow all these things up. These are the mines that they got earlier. Hey guys, these are the mines that they got earlier. They're gonna put all these in there. They've already wired these bunkers to blow, I imagine, yeah? Wow. Fuck. Yeah, man. Давайте на безопасное расстояние. Огонь! Fuck. Holy Christ. So this is what, make sure he's out of there when you, they blow it. This is going to be interesting. Interesting indeed.